А как? А что может быть? А он же может лопнуть. Вот тогда будет перитонит. Так они же мне написали, что? И каждый врач меня смотрит, говорит, что наши зубы. Я говорю, вот здесь меня в 8-м году уже резали. И что написали? Я говорю, вы знаете, вот я своему врачу это рассказала, который мне дал. Я говорю, написали, что провели лапаротомическую операцию. И все. А потом пришел какой-то заведующий меня смотреть. И та врачиха, которой я все это рассказала, она говорит, в 8-м году ей выдали некорректную справку. Что только выполнили операцию, но все. Он говорит, понятно, что там выполнили. Ну да, некорректную справку. Ну, понятно. Ну что-то же там повредилось. Это же не просто так. Ну, в общем, сейчас мне так у тебя была полостная операция целая. И потом стали буду спайки. Mm-hmm.